Друзья, вот это грязище, которое вы видите, это то, что стало после некоторых работ, произведенных на нашем фронт-ярде. Тут была травка. Свет, что там еще было? Ничего, травка была и гусера. Травка была. Травка была потравлена химикатом, она стала желтенькая, вся погибла. Там было все перекопано этими гоферами страшными, они же суслики. В общем, сейчас начинается работа. Ты можешь сказать примерно, что будет? Ну, потом увидим. Чего сейчас говорить? Я сама тут... Не будем лишнего. Да. А каменюки вон те большие останутся? Это, да, это он привез специально. Это не наши. Пусть будет тайна, как это не наши. Это нам привезли их. Все, понял. Куплено. Теперь уже наши. Оплачено, друзья. Да. Оплачено. Свет, а вот это вот, ну, можно сказать, горка, вот это вот естественное такое, ну, вряд ли оно естественное, но оно симпатичное. С ним что-то будет делаться, или оно так и останется? Ничего не будет делаться, но они выпололи траву здесь, и хоть проявилось, что было под этой травой, потому что я, наверняка, не знала, что чернозем? Нет, что тут камни так вот лежат, как бы, артистично, они же давно здесь лежат. Ага. Мы даже никогда их не видели под травой. Так, может быть, не надо было пропалывать траву? Нет, ну как, ну, надо было, ну, он придал какой-то вид этому всему. Да. А там еще можно придать и шейп какой-то тоже. Вот так, друзья, пока выглядит наш фронт-ярд. И дерево. Листочки начинаются. Да. Отлично. Весна. Осваивают люди. Oh my gosh. But you can keep the balance. Balance. Yeah. It's like it's not so hard balancing, it's more just like controlling. Ага. Wow. Wow. Первый раз парень встал. Вот я иду в своей партийной кепке. Казалось бы, иду я в никуда. Пусть наши силиконовые щепки всю нашу жизнь изменят навсегда. Здравствуйте, друзья. Сегодня наш сюжет будет загадочным. Я не скажу вам, где мы. Я не скажу вам, что мы снимаем. Это, ну, кто догадается, молодец. Кто не догадается, оно ему и не надо. Было бы надо, он бы догадался. Так вот, снимаем. Очевидно, что это вода. Больше ничего не скажу. Загадочно. По просьбам наших зрителей, которые сопровождают меня во время съемки, я снимаю красивое небо. Тоже я не скажу, где это небо, зачем оно такое красивое. И в какое время дня и ночи? В какое время дня и ночи вообще догадаться невозможно, если только не знать. По собственной воле, друзья, люди выходят в водяную пустыню с досками и ждут волны, чтобы вскочить на нее. Одни вскочат на волну, другие не вскочат, третьи еще и нахлебаются. Вот так и иммигрант. Бывает, что вот просто чайкам насмех. Вы видите, друзья, туземцев. Вы, наверное, слышите звук барабана. Есть два типа. Одни называются там-тамы, а другие называются тут-туты. Вот их хорошо различают местные по звуку. Это не татуировка, нет. А вот там у нас огненные мастера. Еще не наступила та темнота, которую они хотели бы, чтобы наступила. Так, пока разминаются, так сказать, в буфете красненьким. Так. У маячка. А за маячком обычно там уже марихуанку раскуривают. Тут еще один жрец огня подошел. Остальные пока так, просто палочками без огня разминаются. Как, друзья, отличить неопытному уху там-там от тут-тута? Вот так же и не просто бывает неопытному путешественнику отличить закат от восхода. Что это такое, мы наблюдаем, непонятно. Непонятно, если точно не знать. Картины. Но у нас сегодня
загадочный репортаж. Где мы, что мы, чего мы, какие у нас там-тамщики, какие туземцы, ничего не понятно. Все загадочно. Джунгли. Напоминает это все джунгли, друзья. А джунгли ли это все на самом деле, мы не знаем. А может быть и Гавайи. Видите, как тут мужик с доской. Где же это нас так разноцветным ковром, друзья, расстилается цветастая тропическая растительность? Друзья, покажите это вашим детям и спросите их, хотят ли они такой костюмчик, чтобы купаться в море. Даже в джунглях, друзья, бывает весна, когда все цветет. Вы видите, друзья, эти суккуленты. Они бывают маленькие-маленькие, эти тоже здоровенные. А вот этот цветущий суккулент, знаете, так вот, такая громадина, думаешь, когда на маленький смотришь, думаешь, неужели вот такое вот может из него вырасти? Может. В наших джунглях, друзья, не только экзотические растения, но вот даже сирень и пахнет как настоящая.